Этот ритуал поможет и женщинам, и мужчинам. Если вы хотите вызвать в другом человеке жгучую сексуальную страсть к себе, завладеть его мыслями и желаниями, попробуйте силу магии самого Распутина. Приветствую на своем канале. Меня зовут Георгий, и я практикующий маг. Здесь вы найдете множество моих авторских видеоритуалов. Они помогут решить насущные проблемы, даже если они кажутся неразрешимыми. Видеосеанс — это полноценный ритуал. Нужно его только посмотреть, чтобы использовать. Это бесплатно. Соблюдайте только несколько простых правил. Они опубликованы в Телеграме. Рекомендую подписаться на него, чтобы получать прогнозы на Таро и полезную информацию по бытовой магии. Это легкие короткие заговоры, магические лайфхаки и советы. Все достаточно просто, чтобы вы могли применять на практике. Но это здорово помогает в жизни. Убедитесь сами. Как я сказал, большинство видеоритуалов на этом канале авторские. Их высокую результативность подтверждают отзывы людей, моих подписчиков, которым они уже помогли. В частной практике я нередко использую обряды и церемонии легендарных магов прошлого. Это очень сильная магия, и в основном я применяю ее в работе с индивидуальными клиентами. Иногда я адаптирую ее для видеоформата и выкладываю в общий доступ. И получается настоящая магическая бомба. В этом выпуске именно такой ритуал. Он основан на сексуальном привороте, которым пользовался сам Григорий Распутин. Распутин – известная противоречивая историческая фигура. Монах юродивый, который имел сильнейшее влияние на Николая II и императорскую семью. Кроме того, Распутин – знаменитый оккультист и колдун. Официально это не оглашается, считается слухами. Но в обществе мистиков и практиков оккультизма этот факт ни у кого не вызывает сомнений. Распутин известен своими сексуальными похождениями. Он, имея довольно грубую внешность, умел обольстить самых взыскательных аристократок. Сексуальной властью он широко пользовался для достижения своих целей и получил благосклонность сильных и влиятельных персон. Один из его секретных заговоров в адаптированном виде лег в основу этого видеоритуала. С его помощью вы тоже сможете обольстить кого пожелаете. Посмотрите это видео трижды, но не более одного раза в день. Смотреть нужно без перемоток, потому что магическая программа начинает работать сразу, с начала видео. Эффект появится в течение нескольких дней. Человек, на которого вы направите силу ритуала, возжелает вас, сам будет искать встречу с вами. По сути, ритуал работает как сексуальная привязка. Только дает вам больше власти над человеком, глубже действует на него. И я гарантирую результат. Пишите мне в личку, если через несколько дней не увидите эффекта. Я найду, что пошло не так, и при необходимости усилю для вас энергию ритуала. Мои контакты в описании к этому видео. Если вы впервые на моем канале, подпишитесь прямо сейчас, до того, как я начал читать заговор. Это важное условие. Своей подпиской вы выражаете согласие на получение моей магической энергии и помощи. Иначе ритуал не сработает для вас. Слушая заговор, думайте о том человеке, на которого хотите повлиять. На лилию черную, на луну алую, черту чертова и ангелу свечу жалую. Своими страстями греха да не убавлю и не умножу, своими страстями да освещу любовное ложе. Страстью искренней, неподкупной, ни богу, ни дьяволу не подвластной, страстью самой жизни распутной, страстью первозданной, как кровь красной, отомкну сердце твое, плоть твою тем ключом,
что мне дух вручил. Во мне род поет. Над одним плечом и над другим плечом с ангелом бес союз заключил. Договор неисповедим. Когда загорится звезда, так не будет мужчина один, и не будет женщина одна. Кого зову, явись, на меня положись. Страсть мою обрети, на меня оберни, со мной усладись. Ликуй и славься, единым законом управься, страстью искренней, неподкупной, ни Богу, ни дьяволу не подвластной, страстью самой жизни распутной, страстью дикой и прекрасной. Насыться, насыться. Истина, истина, аминь, нима. На лилию черную, на луну алую, черту чертова и ангелу свечу жалую. Своими страстями греха-то не убавлю и не умножу. Своими страстями да свещу любовное ложе. Страстью искренней, неподкупной, ни Богу, ни дьяволу не подвластной. Страстью самой жизни распутной. Страстью первозданной, как кровь красной. Отомкну сердце твое, плоть твою тем ключом, что мне дух вручил. Во мне род поет над одним плечом и над другим плечом с ангелом бес союз заключил. Договор неисповедим. Когда загорится звезда, так не будет мужчина один, и не будет женщина одна. Кого зову, явись, на меня положись. Страсть мою обрети, на меня оберни, со мной усладись. Ликуй и славься, единым законом управься, страстью искренней, неподкупной, ни Богу, ни дьяволу не подвластной. Страстью самой жизни распутной, страстью дикой и прекрасной. Насыться, насыться, истина, истина, аминь, нима. Черную, на луну алую, черту чертова и ангелу свечу жалую. Своими страстями греха-то не убавлю и не умножу. Своими страстями да свещу любовное ложе. Страстью искренней, неподкупной, ни Богу, ни дьяволу не подвластной. Страстью самой жизни распутной. Страстью первозданной,
как кровь красной, отомкну сердце твое, плоть твою тем ключом, что мне дух вручил. Во мне рот поет над одним плечом и над другим плечом. С ангелом бес союз заключил. Договор неисповедим. Когда загорится звезда, так не будет мужчина один, и не будет женщина одна. Кого зову, явись, на меня положись. Страсть мою обрети, на меня оберни, со мной усладись. Ликуй и славься, единым законом управься, страстью искренней, неподкупной, ни Богу, ни дьяволу не подвластной, страстью самой жизни распутной, страстью дикой и прекрасной. Насыться, насыться, истина, истина, аминь, нима.